Алло. Алло, поехали, да, поехали. Территория сверхзвукового самолета, установленного около 8-го здания Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, претендует стать одним из любимых мест горожан. Ведь теперь легендарная железная птица освещена яркими и насыщенными цветами, моментально приковывая к себе взгляды. Официальное открытие архитектурной динамической подсветки самолета состоялось 18 января. Теперь ежедневно, в вечернее и ночное время суток, авиалайнер будет украшать прилегающую территорию, создавая имитацию полета, проходящего сквозь лазурь. Небо. Цветовые решения, значит, выбраны, конечно же, в цвете неба, да, разные оттенки неба, поэтому это синий, голубой, белый облака и, ну, чуть-чуть зеленые оттенки, которые тоже позволяют вот эти цвета, значит, разбавить. Существует несколько сценариев подсветки: взлет, полет в облаках, а также медленный и быстрый перелив цвета. В повседневные будни наш глаз порадует стационарная подсветка с белым и синим цветами. Такая палитра была выбрана не случайно. С 11 часов вечера до 6 утра самолет будет подсвечен только белым цветом для спокойствия жителей близлежащих домов. А вот в выходные и праздничные дни самолет динамично засияет различными сценариями светоцветовых переходов и переливов. И динамическая система, вот изменение подсветки, вот видите, вот все это меняется, позволяет по компьютерной программе любые цветовые сценарии реализовывать на борту этой машины. Все технические работы уже окончены. Подсветка будет работать автоматически по вышеупомянутому графику и заданным программой сценарием. Все желающие смогут полюбоваться легендарной железной птицей, окунуться в насыщенную атмосферу светоцветовых вариаций и сделать красивые памятные фотографии. Адель Шамилова, Ленардо Вальтьяров, Универньюз.